Итак, небольшой обзор посылок из Китая, который пришел нам в марте. Наконец-то пришли мне долгожданные ножики. Они маленькие и умещаются у меня в кошелек. То есть вот тут вот у меня микротул лежит за 100 рублей китайский. Довольно, кстати, неплохой, я его проверял. Проволоку режет, гнет, ножик режет. То есть это еще меньше. То есть я иногда ношу просто вот такой вспомогательный ножик, чтобы его прям быстро достать и открыть какую-то посылку. Но при этом у меня требования к нему, чтобы он мог еще консервную банку открыть. То есть где-то поковыряться. Вот. Вот у меня первая модель вот такая. И есть еще вот такая вот. То есть я отдаю предпочтение больше ей, потому что режущая кромка здесь больше. И, в принципе, по эргономике он такой, ну, приятненький, хороший. В комплекте еще вот карабинчики у них идут. Ну, и вот такой простенький чехол. Стоимость вот этих ножей в пределах 100 рублей там. Так, пришел мини-фонарик на ключник. Да, Бонь? Боня. Кс-кс-кс. Она. Вот. Собственно, уже не первый такой фонарик, работает довольно долго, он многоразовый, то есть если открутить, можно заменить таблеточную батареечку такую. Есть вот фиксатор на нем, то есть вот, чтобы светил он. Либо короткая вспышка, то есть просто нажатием, таблетка. Тоже на ключах, на что-то где-то еще. Вот в пределах 50 рублей такой фонарик, работает довольно долго, светит нормально. И вот он, у меня получается такой аварийный набор, то есть это у меня кошелек, но там у меня есть и ножик, и фонарик, и зажигалка, там спичка, какие-то таблетки, то есть, ну, я показывал. То есть все, что в городе нам пригодится, вот, где-то, например, ночью, там, когда ты пошел в гараж, что-то там, дверь подсветить, замок там, который замерз, там, потыкать, поджечь, что-нибудь там. Дальше пошли. Пришел необычно мне вот такой вот подарок, я не знаю им. Если это пришел, когда-то я заказывал его, то это значит уже прошел практически год. Поисковый магнит. Вот он такой, вот, неодимовый. Довольно неплохо. Вот к нему все это липнет дело. Довольно мощный. То есть, в принципе, из-под воды пистолет достанет. Вот, то есть, довольно простой. И я его тоже в пределах... Я что-то вот их... Вот эта вот партия у меня... Снаряги, которая пришла в пределах 100 рублей. То есть, причем я их там в разное время заказывал. Там вот ножи мне 2 месяца шли. Этот вообще там. Вот, а фонарик пришел за пару недель. И для ребятишек беру лазеры вот такие. То есть, это не прицел. Он имеет ультрафиолетовую подсветку и лазер. Зачем они нам нужны? Вещь вообще тоже дешевская. То есть, мы ставим на учебное оружие. И когда тренируемся в темноте, а это зимой уже с 4 часов вот, вечера, темно, я им, например, зеленым лазером даю целеуказание, например, на какую-нибудь машину вдали, там, на дистанции там, 500 метров, там, 300 метров. И они все вместе после разворота должны направить лазер в эту точку. То есть, по сути, это система тренировки прицеливания огня только в детском варианте. Копеечная, простая, позволяет детской обычную игрушку, там тот же Нерф или Гидробол, усовершенствовать для тренировки стрельбы и поиск цели глазом на дистанции там, ну, практически 3 километра, насколько вот светит этот грин, ну, обычный лазер. Вот, грин лазеры, они, кстати, на морозе очень быстро садятся, то есть батарейки у них не держатся. Ну вот это вот что пришло, посмотрим, что дальше. Так, еще вот три приколюхи пришли из Китая. Первый стандартный аварийный свисток. К сожалению, они вот чем дешевле, тем хуже сделаны. Небольшой брак, и поэтому свистит намного хуже. Но так, в принципе, они все довольно дерзкие, вот, приятные. За 40 рублей я вот беру несколько штук еще в подарок. Также пришел вот такой фонарик. Довольно неплохой, имеет белый светодиод уже. Это копия американского военного фонаря, про него обзор я сделаю отдельно. У него здесь вот светофильтры, вешается на молли, на карман. Вот. Имеет привязку, кстати,
вот дырочку для веревочки, чтобы не потерять. Работает, то есть он уже модернизирован, под две пальчиковые батарейки с хорошим современным светодиодом. И очень интересная штука, размер имеет как таблетка, это капсула, которая нож спецагента. Вешается как брелок на ключах, можно на шею повесить, да? В экстренной ситуации ее очень легко спрятать, например, в рот или в другое какое-то отверстие. Да-да, вы многие правильно подумали. То есть разрабатывался для спецагентов, чтобы при попадании в плен у вас оставался на руках довольно острый и неплохой нож. Он имеет причем вот здесь вот силиконовое кольцо, чтобы внутрь не попадала влага. Офигеть! То есть, казалось бы, на кой фиг? Вот. Нет, все продумано. Вот. То есть, такой нож из латуни не окисляется, не ржавеет. То есть, даже находясь где-то в тайнике в воде, нож останется ножом и будет готов к работе. Соответственно, есть... Это вот вы видите тонкий вариант, а есть толстый, которым можно скрести. Этот вот как лезвие очень острый и имеет возможность даже замены этого лезвия, то есть он крестовой отверткой. Такие ножи, то есть я говорю, они мы видели, и вы можете посмотреть у меня на канале, есть учебник ФБР, где про всякие... Подобные штучки немножко есть, фотографии. Вот, цена его 105 рублей, тоже с Китая привез. Конструкция его и форма сделана неспроста, я уже говорю. То есть это для маскировки. Еще скоро мне придет компас-таблетка тоже с такой же целью. И, соответственно, я... Чуть попозже сделаю обзор на вот этот фонарик уже посерьезней. То есть, что, как он работал, какие идеи. Тем более, у меня был оригинальный такой фонарик военный. Собственно, есть о чем рассказать. Вот эта копия, что-то 280 рублей. В принципе, свои функции она тянет. Она даже имеет резинки, то есть прорезинен, чтобы дождик даже не было страшно. Ну вот, собственно, такие вот посылки.